На Южном Урале тщательно подготовились к борьбе с коронавирусом. В регионе готовятся открыть свою коммунарку, закупили аппараты ИВЛ и новые тест-системы для выявления заболевания. Сейчас расскажу подробнее. Итак, областная клиническая больница номер 2, которая находится в Челябинске, готовится к режиму работы с пациентами, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. В ней смогут находиться до 400 человек. В резерв для лечения зараженных переходит противотуберкулезный диспансер на ЧМЗ. Сейчас там пункт временного пребывания, в основном для иностранных здоровых граждан. В целом в регионе 16 госпитальных баз, где лечение смогут пройти люди с COVID-19. В них около 3000 мест. Сейчас на вооружении врачей региона 958 аппаратов искусственной вентиляции легких. Они нужны на случай осложнений от заболевания. Ожидается поставка еще 18 аппаратов. Они уже куплены. Плюс на 150 приборов регион подал заявку в правительство России. Кроме того, Челябинская область получила 4900 новых тест-систем для выявления коронавируса. По мере необходимости запасы будут пополнять. 3 дополнительные лаборатории по сдаче анализов на COVID-19 откроют на базе инфекционных отделений в МИАСе, Магнитогорске и Челябинске. Также пункт тестирования будет работать в аэропорту для туристов, которые вернутся из-за рубежа.